spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена экипировка, которую можно использовать как на рыбалках, так и носить в качестве элемента городского гардероба. Перед нами толстовка от известной шведской компании Abu Garcia. Модель называется Schwarzenegger Hoodie. Это одежда с современным и стильным дизайном. Вес равен всего порядка полкилограмма. Давайте поближе ее рассмотрим. В качестве основы для производства берется ткань на 60% состоящая из хлопка и на 40% из полиэстера. Такой материал обладает несколькими важными свойствами – прочность и неприхотливость в уходе. Очень важно, что он дышащий, то есть хорошо вентилируется, достаточно быстро сохнет. Но будьте осторожны и держите изделие подальше от огня. Еще один большой плюс – такая одежда приятна к телу. Также отметим, что толстовка может использоваться как дополнительный слой под куртку в прохладную погоду, так и носиться отдельно. Молния и иные элементы замков не предусмотрены. Есть просторный, несъемный капюшон без козырька. Для регулировки по объему имеется веревочная утяжка в виде обыкновенного шнурка. Ее концы выводятся наружу через металлические люверсы в передней части. Рукава прямые. С целью минимизировать попадание холода под экипировку, манжеты снабжены эластичными вставками. Благодаря этому они плотно прилегают к запястью. Спереди находится сквозной открытый карман типа муфты. Он достаточно вместительный, и в нем можно хранить небольшую коробку с приманками или компактные аксессуары. Однако, из-за небольшой глубины мы бы не рекомендовали складывать сюда дорогие вещи, способные выпасть при активном движении или нагибании. Для более плотного прилегания к телу и снижения риска поддувания, низ толстовки собран на широкую и плотную резинку. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.